Всем привет и доброго здоровья! Сегодня рано утром вышел на дальние точки свои. Вчера там немножко судачков поймал, решил проверить, как сегодня будет. Ну, ситуация вся повторяется, то же самое, все светит солнце, штиль. Ну, поутру, конечно, колбасило капитально. Вот, половил неплохо, попалась мне двушка. Полторашка, ну и килограммовики. Много сходов, пикалей, за борт. Щучки попадались, ну такие полторашные, килушные. Да тихо ты, блин. Полторашка. Но не больше. Ничего такого заурядного не было, но рыба вся хорошая, мне понравилась. Да, друзья, и кто поедет ко мне в ближайшее время за судаком, обязательно берите с собой флюрокарбон. Я использую 24. Обязательно палки упористые, катухи как минимум 4000. Я вот использую палку Патриот Спин Бат 2.70, тест 15-40, и то это так себе, лайт на таких глубинах. Дальше по воблерам. Ребята, воблеры берите глубоководные, весь судак в такое солнце вообще не поднимается. Клевал только снизу. Восьмерики батовские. Вот этот, вот эта вот расцветка матовая почему-то ему очень нравится. Ну, также все вообще работали. Я не почувствовал особой разницы. Брал он все. Щуки тоже. Окуни тоже. В общем, вода почти что 20 градусов, вода цветет, планктона на шнуре собирается до хрена, летают стрекозы, бомбят мошкару, мошкару, падающую в воду, ест какая-то мелкая рыба, за ней охотится окунь. За окунем щука, все, короче, друг друга хавают. Вот такие вот дела, вроде все рассказал. В общем, ловите рыбу, угощайте друзей и близких, готовьте ее вкусно. Всем удачи на рыбалках, пока-пока.